так, проходим тренинг по мануальной терапии, и прежде чем приступить к правке шеи, очень часто люди обращаются именно с шеей, и это очень важно. И чтобы подобраться к атланту, нам надо вокруг всей шеи, все мышцы растянуть, размять. Ну, можно стоя это делать, можно сидя. Давайте лучше стоя. Значит, смотрите как. Подхватили под затылочную кость. Здесь аккуратненько за подбородок. Подтянули, потолкали вдоль. Теперь потянули, потолкали 45 градусов вверх. Латерофлексия и экстензия назад. Потянули, потолкали по диагонали. Теперь натянули вот так вот по диагонали. Это мы вытягиваем как раз эту мышцу, поднимающую лопатку. Так, вот так и в эту сторону. Можно руки менять, можно не менять. Получается у нас раз направление, два и по два направления с каждой стороны, шесть направлений. Теперь разворачиваем голову просто в бок. Открывается грудино-ключично-сосцевидная мышца. Вот ее вместо крепления потолкали. Так можно промассировать. Вот так вот раз. Помягче с ней. Захватили за затылок, видите, рука никуда не уходит. Где стояла, там и стоит. На челюсть за ворот, а тут в плечо в противоположную сторону. Это вот под 90 градусов к относительно позвоночника, к позвоночной оси. Растягиваем. Не убирая рук, перехватили на верхнюю скулу. И теперь под 45 градусов тянем. Вот видите, как она тянется в шее. Не убирая рук, перехватили на височную кость и уже под градусов где-то 15 вот оси позвоночника. То же самое проделали с другой стороны. Вот эту мышцу размяли, растянули по диагонали, растянули по месту крепления, захватили за с той стороны за затылочную кость, возле того уха. 90 градусов растягиваем. 45 градусов растягиваем, 15 градусов растягиваем. Далее ременные мышцы, они самые глубокие, идут от затылка к шестому позвонку примерно. Значит, кладем себе на живот, голову загибаем и прямо вот оттуда эти мышцы вытягиваем. До самого черепа. Положили голову на ладошки, как на тарелочку. Потянули вот так вот, мягко пальчиками. Уходим по волосистой части головы. Мягко разминаем волосистую по краям волосистой части. И уводим лимфу вот туда, под ключицу. Второй раз заходим поглубже, к четвертому позвонку примерно. Вот так руки ставим и вибрируем вдоль осистых отростков. Растягиваю их. Ну, либо капельку масла добавьте, либо достаточно своего собственного жира сальных желез. Мягко освобождаем его подсознание и уводим лимфу вот туда, под ключицу, так немножко потолкали по очереди. Опять также туда ныряем, и теперь у нас будут перекидывания как пинг-понга, мячика пинг-понга, да, осистых отростков. Вот так вот перекидываем. Слева, влево-вправо. Потянули и расслабили. Все. Ну вот считайте, что подготовка закончена. Дальше перейдем к непосредственным приемам мануальным. Но об этом в следующем видеоролике. Будьте с нами.